Рассказывала вам про домашнюю школу интернет-урок, которая дает возможность гибкого обучения. Вы самостоятельно можете выбрать место, время и темп. Каждый ученик может перейти полностью на дистанционное обучение с официальным зачислением и получением аттестата. Либо же использовать материалы, которые дает интернет-урок для того, чтобы подтянуть знания в обычной школе. В интернет-уроке личный кабинет организован просто и удобно. И не страшно, если у вас нет компьютера или планшета, вы можете учиться даже с телефона, потому что есть версии сайта, адаптированные абсолютно под все устройства. И при регистрации в интернет-уроке вы получаете бесплатную пробную неделю для того, чтобы протестировать платформу, понять, как она работает, и на нее ссылку я оставлю внизу в описании. И теперь каждый год в интернет-уроке проводится Олимпиада Лучик, которая охватывает практически все предметы школьной программы и все классы. Сначала проходит отборочный тур в тестовом формате, а потом уже основной с письменными заданиями. И при этом каждый ученик может принять участие в этой Олимпиаде, как по одной дисциплине, так и по нескольким. Ну и что самое крутое, все участники получают именные сертификаты, а победители грамоты и ценные призы. Ну и конечно же я оставляю все ссылки внизу в описании на регистрацию на Олимпиаду и, конечно же, ссылку на регистрацию в интернет-уроке. Так что обязательно переходите и всем приятного просмотра! Everything, know that I'm here missing you. Want you right here in my arms. You're the only one. Are you even listening? Мы наконец-то идем в университет к первой паре. Стала в 7:30, должна была встать в 6, и в итоге быстро собиралась. Вот, сейчас будет засвет. Знара со мной поделилась тортиком. Знара! Да. Тортная паня. Даша. Ну, побольше записать, кстати, видосиков в университете, а то мне вообще их мало. Я разговаривать не успеваю. Вообще. Понял. Ну, разговор на чистя почти нет. Тут
знаете, я первый раз увидела то, насколько в Корее люди учатся. У нас есть отдельное здание на кампусе университета с коворкингом. Мы пришли где-то в 3 в рейс, но такое обеденное время. Занято абсолютно все. Половина студентов спят вот так вот за компьютерами. Они буквально спят в коворкинге, потому что не высыпаются. У меня, если честно, абсолютно такое же состояние, желание пойти лечь туда на диванчик. Касательно учебы, это прям колоссальный контраст. Мы что-то с Кейгу разговаривали, Кейгу такой, типа, там тут есть коворкинг, я такой... Нифига, workspace. Еще библиотека в целом тоже есть. Я настолько уставшая, сегодня опять спала час. И у меня прям аж опухшая очень сильно вот здесь. Я почти все сделала. Сейчас нужно будет повторить слова, выучить все. Я кайфую своего почерка на корейском. Потому что русский у меня вот такой. А тут как-то, ну, можно насладиться. В общем, сейчас 6:42. Мы с Динарой пришли домой где-то, наверное, минут 40 назад. Настолько устала, что речи не вяжутся. Так, зачет. Хай.